Вот был закончен такой проект, входная группа, детское отделение ЦРБ. Вот, пошлите, покажу, что было вообще сделано. На данном этапе вы увидите уже полностью построенная входная группа. Основание под саму входную группу и под лестничный марш было сделано из бетона 300-й марки на 12-й арматуре. Под самой плитой у нас находится щебень. На щебне получается плантекс. Вот сама конструкция сварена из металла, соответственно. Металл у нас толщиной не менее 5 мм весь. Лестницы выполнены из рифленого металла толщиной 4 мм. Сварены все по нормам пожарной безопасности и ГОСТам. Пристройка идет к завершению, осталось буквально один день докрасить. Докрасить пока не можем, пошел уже снег, так как краска наносится при температуре не менее плюс 5 градусов. На полу у нас находится противоскользящая плитка, которую очень долго искали мы. Заняло у нас буквально неделю поиски подходящей плитки. Все, в принципе, здесь удачно было сделано, но в проект были внесены изменения по ходу крыши. По кровле был сначала скат сделан, одна скатка в сторону входа. Проектанты немножко просчитались. Если бы мы исполнили по проекту, получается, что падало бы на голову людям, выходящим из поликлиники. И совместно с руководством медучреждения было принято решение переделки кровли на двухскатную. О переделке кровли на двухскатную. Поэтому еще очень много было нюансов по поводу, в общем, не нюансов, много вопросов было к проектировщикам. Но они не соизволили выехать на объект. Поэтому пришлось принимать решение самим. Ну, соответственно, согласовывать с руководством. Ступени выполнены способом установки бордюра. Бордюр размером 20 на 8 и на метр. Установленный на бетон, вкопан в землю примерно на 50 сантиметров. И внизу залит сантиметров на 15 бетоном. Совершена обратная засыпка вовнутрь бордюра песком. Песок, соответственно, засыпался на геотекстиль, дабы избежать его высыпания и продавливания дальше в грунт. Сверху на песок была выложена тротуарная плитка. Размер тротуарной плитки, по-моему, 10 на 8. 10 на 20 и на 8, да. 10 на сиян. Ну, у них был заложен сиян, но сиян очень долго ехал бы к нам. Поэтому пришлось заказывать аналоги. В проекте этот бордюрный камень стоял просто в земле, в бетоне. Но было принято решение техническое о том, чтобы укрепить его с помощью уголка по периметру. Иначе бы у нас некуда было крепить. Высохли? Да. Высохли. Некуда было крепить ни перила, ни что. По проекту эти перила должны были просто засверливаться. А бордюрный камень, мне кажется, это очень непрактично, и это бы все поотваливалось.
Сейчас перила стоят более-менее, но все равно пошатываются. Мы думаем еще их немножко, может, на забивники. Ну это сейчас решим с самой больницей. Если им понравится, то оставим так. Если не понравится, то еще добьем. О, этот все, эта постройка полностью была сделана где-то за 35 дней. Но изначально здесь стояла другая постройка. Показать не могу, но чуть позже, возможно, если остались у нас фотографии старой постройки, мы их приложим, вставим в видео. То есть вот такой большой, ну, достаточно большой объем был выполнен за 35 дней. Покажу, что было сделано внутри. Установлена противопожарная дверь, соответствующая всем пожарным нормам и ГОСТам. Соответственно, с лицензией, со всем остальным. Но здесь еще ребята заделывают. На полу противоскользящая плитка также. Потолок у нас ГВЛ. На ГВЛ и утепление 200 мм технониколем. Потолок собран по системе КНАУФ. Оштукатурены откосы на дверях. Нанесена шпаклевка. Сок ждем, пока высохнет, чтобы зашкурить и нанести, соответственно, краску. Ну и, в принципе, именно на этом объекте у нас все. Тут сильно рассказывать нечего. Ну, еще можно, допустим, по покраске, по металлу. На металл было нанесено сначала грунт, соответственно, потом два слоя краски. Грунт GF0021. В принципе, все по этому объекту. Вот. Если что-то интересует, какие-то подробности, можете позвонить, списаться. Номер укажем на канале, соответственно. Всем всего доброго.